А теперь, друзья, мы придумали такую новую штучку, называется это флешбэк. Мы показываем ситуацию, а потом, что было за 3 минуты до этой ситуации. Угу. Выяснили? Итак, первый флешбэк, смотрим. Три минуты до этого. Тузик, стой, Тузик, стой, Тузик, ко мне, Тузик! Какой конек! Еще одна. Так, да? Три минуты до этого. Майор. Три минуты до этого. А ну стоять! Что, превышаем, да? Вышел из машины! Вышел, я сказал! Сержант Козлов, ваши документы! Ну и для следующей, последней, нам нужен замечательный человек, Глюк Солнышко, он попросил себя называть. Солнышко, пойди-ка сюда, Масенька. И сюда, и сюда, и сюда. Нет, конечно, потом выходит, можно еще показать. Ладно, какую? Постой, постой пока, мы забыли одну. Еще один флешбэк, смотрите внимательно, Наталья. Мама, мама. 3 минуты до этого. А не хочу баллы. Ну и еще один флешбэк, давай, Наталья, поехали. Сейчас я поудобнее расположусь. Поехали. Спасибо! Ну что, друзья, с вами были кто и Наличик? Вы были супругами-гламурами! Да! Пока! Спасибо!